Всем привет! С вами Айпери, вы смотрите Hype News. Сегодня ко Всемирному дню чистоты бишкекчане вышли на всеобщий субботник. Всемирный день чистоты – это идея, которая, несмотря на свое скромное начало, меняет мир. Мысль вместе навести чистоту своей родине родилась еще в 2008 году в Эстонии, когда 50 тысяч человек собрались, чтобы за 5 часов избавить страну от мусора. История успеха эстонского дня уборки разнеслась по всему земному шару, и на сегодняшний день идея, разработанная в Эстонии, используется в более чем 130 странах мира, в том числе и в Кыргызстане. Именно сегодня все эти страны, волонтеры и партнеры встанут спиной к спине, чтобы совместно собрать как можно большое количество незаконного мусора. В этом году международная уборка объединит огромное количество жителей по меньшей мере в 160 странах мира. Миллионы людей совместно сделают все возможное во имя чистой планеты, потому что все мы хотим жить в более свободной от мусора окружающей среде. Приняли ли вы участие в сегодняшней акции? Свои ответы пишите в комментариях.